26 мая Армавир накрыла волной классической музыки. В парке «Сфинксы» перед сценой были установлены кресла, чтобы зрители могли насладиться выступлением артистов. Сегодня мы проводим новый формат фестиваля, который для нас открылся в прошлом году. Мы провели в этом же месте, в парке, на Черемушках, фестиваль киномузыки. Пригласили оркестры, которые играли музыку из фильмов, музыку, которые исполняют в фильмах. Это как отечественные фильмы, так и иностранных производств, иностранных авторов. Сегодня мы решили повторить успех и для жителей города показать фестиваль классической музыки. Концерт инструментальной музыки под открытым небом для армавирцев стал настоящим подарком. Они с удовольствием слушали известные классические произведения Баха, Вивальди, Чайковского и других авторов. И мы пригласили два оркестра, которые сегодня исполнят свои программы. Это Ставропольский симфонический оркестр и оркестр Краснодарской филармонии, которые выступят перед армавирцами и покажут им, продемонстрируют произведения классиков знаменитых. Концерт начался с симфонического оркестра Ставропольской государственной филармонии. Вот уже 37 лет коллектив работает со многими народными артистами России, лауреатами всероссийских и международных конкурсов, с известными пианистами и скрипачами. Главный дирижер оркестра – лауреат премии губернатора Ставропольского края. Затем на сцене классики своим мастерством поразили гостей и жителей города ученики специализированной детской музыкальной школы слепых и слабовидящих детей. Концертную программу продолжил Государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской краевой филармонии имени Пономаренко. Лауреаты многих фестивалей и конкурсов представили зрителям свои знаменитые композиции. Художественный руководитель оркестра – заслуженный артист Краснодарского края. В этот вечер армавирцы услышали много известных классических композиций в исполнении чудесных коллективов. Марина Локтева, Александр Герсименко, служба информации телерадиокомпании «Вита Армавир».